Который также нетривиальный длиной 0,25 мм для медицинской стали. Превращение барабана и прокатывание его. Микроиглы прорабатывают кожу до базального слоя. Микропрокол и вибрация, которые обеспечивают миорол, улучшают выработку коллагена и эластина и улучшают микроциркуляцию. Использование мизорола вместе со специальными косметическими средствами дает видимый лифтинг, разглаживание морщин и улучшение цвета лица. Процедура комфортная и абсолютно безболезненная. На процедуру у нас идет около 60 минут. Для проведения процедуры нам потребуется мизоролик, который скрывается перед пациентом, и индивидуальный набор. В него входит гидрофлэш-маска, аминокислоты, гиалуроновая кислота и завершающая маска. В нашей модели выражены носогубные складки, гусиные лапы и межбровные складки, то есть область лба, область глаз. Начнем с очищения кожи. Снимаем макияж, затем мы наносим энзимный пилинг, прорабатываем его массажными движениями в течение 10-15 минут. Следующий этап – это насыщение кожи аминокислотами. Они глубоко увлажняют и питают кожу, а также способствуют скорейшему заживлению микроповреждений и дают видимый лифтинг. Основной этап процедуры – это интенсивный уход с помощью мизорола. В течение 15-20 минут последовательно обрабатываем все зоны лица, шеи и декольте мизоролом. В процессе работы особое значение уделяем проблемным зонам. В нашем случае обрабатываем носогубные и межбровные морщины и гусиные лапки. Наносим гиалуроновую кислоту. Она работает по принципу губки, обеспечивая быстрое и вместе с тем продолжительное увлажнение, разглаживая мелкие морщинки и эффективно уменьшая глубину крупных. Завершающий этап нашей процедуры – это нанесение финальной маски. Она улучшит регенерацию и защитит кожу от агрессивных факторов окружающей среды. Наша процедура завершена. Для того, чтобы достичь ярко выраженного эффекта, рекомендую вам пройти 5 процедур с периодичностью раз в неделю. Спасибо. Надеемся, что эта информация будет вам полезна. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Наши эксперты обязательно на них ответят. До новых встреч!